преддверии Медового Спаса торговая марка «Казацкий мед» развернула в Керчи широкую ярмарку-выставку сладкого пчелиного продукта. Времена меняются, но по сей день принято освещать мед, угощать друг друга вкусными лакомствами и желать в день православного праздника добра и благополучия. А освященному меду всегда приписывали необыкновенные чудодейственные свойства. Неудивительно, что в эти дни спрос на сладкий пчелиный продукт возрастает. Лояльные цены и большой выбор меда традиционно предлагает керчанам и гостям города торговая марка «Казацкий мед». В этот раз мы привезли более 22 сортов свежеоткачанного меда. Это меда как с юга Украины, это акация, разнотравие с акацией. Также северные регионы, это свежая липа, гречка, липово-гречанная меда и также много разнотравий. Также хотим вам предоставить на этот раз подарочный вариант, то есть это подарок к Спасу жителям Керчи. Это 3-литровый бутылечек за 89 гривен. Это разнотравие на обмен. Не менее полезны для поддержания здоровья и натуральные продукты пчеловодства. Вся представленная на ярмарке продукция имеет сертификат. Мы постоянные клиенты, постоянно берем. Нам нравится очень он. Степной очень хороший. Именно запах меда настоящий. Не знаю, кому как, но нам нравится казацкий мед. Мои родственники из Кубани приезжали, и у них своя пасека. Они сказали, это настоящий мед, поэтому я здесь и беру. А какой сорт больше всего любите? Разнотравье. Акация, что не кристаллизируется, постоянно жидкий, удобно. На ярмарке, как презент родным, друзьям или просто как воспоминание о приятном отдыхе, о теплом лете, можно приобрести подарочный вариант «Дары Крыма», состоящий из баночки горного крымского меда, чаев, черного с чабрецом и зеленого с душицей. Среди разнообразия баночек со сладким лакомством легко растеряться. Если есть сомнения, на каком сорте меда остановиться, помогут покупателям определиться в выборе продавцы-консультанты. Это свежее маточное молочко, которое укрепляет ваше здоровье, восстанавливает организм на клеточном уровне. Это перга, прополис и многие смеси из маточного молочка и из этих продуктов пчеловодства. Мед – это уникальный продукт, используемый как сладости, как целебное средство. Керчане охотно пополняют свои запасы на ярмарке, тем более в ожидании православного светлого праздника – Медового Спаса. Работаем мы ежедневно с 9 до 17 в ДК Пушкина на улице Ленина 46 с 9 до 17. Так что, пожалуйста, работаем с 10 числа по 14 включительно. Вас ждем всех на нашей ярмарке. Пожалуйста, приходите, выбирайте.